Мы хотим европейского будущего. Кстати сказать, стремление к этому началось не в 1991 году, как некоторые считают, с принятия Декларации независимости, а началось значительно раньше. Где-то даже в 1988-1989 годы, естественно, 1990 годы, когда были приняты очень много нормативных актов, свидетельствующих о том, что мы поддерживаем мировые, европейские стандарты по защите прав и свобод человека. Поэтому я поддерживаю этот курс, потому что он, в моем понимании, он видны даже и некоторые результаты. Посмотрите, что произошло за этот короткий период времени. Значит, не только нас, кстати, никто не призывает в Европейский Союз. Никто нас не тянет туда, а нам помогает проводить реформы для того, чтобы достигнуть того уровня жизни, благополучия и соблюдения закона. А там действительно в европейских странах, в Европейском Союзе этот уровень значительно выше, чем бы этого не было. У нас, конечно, есть, которые хотят и в таможенный союз. Но вы посмотрите, ведь Россия сама, когда был Петр I, сама сделала, может быть, скачок, который можно характеризовать за короткий промежуток времени столетиями. Скачок благодаря Европе, где основные ценности формировались на протяжении истории. Поэтому поддерживаю хорошие отношения и с другими странами, как Украина, Россия, Беларусь и другие страны. Все-таки мы должны у себя дома создать европейские, так сказать, ценности, принести и внедрять их у себя дома. Никто меня не приглашал на это мероприятие, хотя на все предыдущие мероприятия Ассоциации «Парламент 90» я заблаговременно был извещен, приглашен. Видимо, решили не рисковать и не портить картину всеобщего одобрения европейского курса. Здесь, конечно, возникает несколько обоснованных выводов. Прежде всего, парламент 90, к сожалению, так и не смог стать парламентом всего молдавского народа. К великому сожалению, сохранились те негативные тенденции, которые были во время работы этого парламента, когда мнение узкой группы людей пытались навязать всем остальным. А если это не удавалось, то, по крайней мере, с помощью известных приемов и ресурсов выдать его за мнение всего народа. Но совершенно очевидно, что когда все социологические опросы показывают, что молдавское общество разделено примерно пополам, одна половина выступает за евразийскую интеграцию, другая за европейскую интеграцию, конечно, парламент 90 не имел права принимать какую-то сторону. Первый взгляд, ассоциация «Парламент 90» пыталась позиционировать себя с помощью вчерашнего заявления как неправительственная организация, находящаяся над схваткой, которая в силу накопленного политического опыта имеет право высказать свою точку зрения на предстоящие парламентские выборы и дать избирателям Молдовы некоторые свои рекомендации или советы. Но как раз по факту этого не произошло. И в конечном итоге ассоциация «Парламент 90» высказалась в ключе тех ошибок, которые были сделаны первым парламентом в начале периода самостоятельного существования Республики Молдова после распада Союза СССР. То есть мы прекрасно помним напряженную ситуацию на юге республики, гагаузские события, которые, ну, чудом удалось остановить и предотвратить массовое кровопролитие, и кровавыми событиями на Днестре, последствия от которых мы наблюдаем по сегодняшний день. То есть по сегодняшний день напряжение, и нет никаких шансов на восстановление территориальной целостности Республики Молдова в границах Молдавской ССР по состоянию на 1 января 1990 года. Неправительственная организация под названием «Парламент 90» вот эти свои стратегические ошибки признавать не хочет и продолжает разделять наше общество, не учитывая мнение практически половины его членов.